А почем они? Это такой вот. Это варенка? Да. 20. Деллер за фрукт. Девушка, вот эта модель 15. Варенка модель. Все нормально. Все нормально. Не, окей, мы не претендуем. Давай померим. Как я, так я. Костюм. Ну ладно, если может, пойдем. Если надо. А где Даша? Наверное, в лодок. Нет, вон она. Вон она. Вот одежда здесь. Шмотки. А, шмотки хорошо. А одежда где? Вот там, внизу. Там одежда. Есть за 5 долларов рисковые. Маленький шарик, 5 долларов. Ну, у тебя есть 5 долларов? Я его покажу яйцу. За что? А, ты уже купила? Да. Ну, вот. Это новое сало. Где можно? Да, смотри, какие рубашки. Давай посмотрим себе. Рубашки интересные вот эти. Вот эти вот, да. Ну, у меня с коротким рукавом рубашки сейчас не актуальны. Он длинный. Не, все-таки это летний вариант. Здравствуйте. Здравствуйте. Давай подожди. Пока ты соберешься. За 13 долларов. Осталось только наконец. Надо накопить. Да, я хочу там купить костюм. Зимний чай. И сюда отходишь, и они по 5 евро. Нет, никто не знал. Ничего не знает. Он, скорее всего, закрывается, он напустит. Потому что вот они пошли. Вот так вот. Стоит без трусов. За эти там висит конец. Второй подбородок. Да. Это вообще мужчина. Вот мне тоже интересно, как он будет там. А это мужчина. Это манекен мужчина. Ну, бедра, правда, не мужские, конечно. Да. Вам же интересно стало. И не говорите. Для этого ее одели. Заходите. Вон лиса твоя висит. Лиса твоя висит там. Она здесь стоит совсем других денег. Ты спроси. Какая? Ну вот прям висит вон она. Сколько у вас висит? Сколько стоит? Вот я ее вчера смотрела за 50 евро на маленький размер. Меня. Вот. О чем речь? Поблей одна. А здесь сказано так.
А леса есть? Леса? Есть. Жилетки? Нет, жилетки. Есть, есть. Да. А размер? Ой, если что, у меня брат Алани, я позвоню, который только тепло. А цена? Цена начинается в 350-650. Ну, оригинальный. Вот не такой короткий, а такой вот. Не, мне такая не нужна. Какой? Нет, короткий. Я смотрю, короткую надо. А короткий? Можно щенку? Вот такие есть? Не. Разные, там с мехами есть. Есть курточки мужские, мужские хорошие есть, уважаемые. Цена, да, интересная. Мне этот куртку поставил. Можно уже купили, скажите. Эй, извини, Крыша, здесь поставил, почему? Знаешь, вот здесь остался в одной штучке по $50 ставил. А, размер. Есть, например, здесь большие размеры есть, маленькие размерчики. Ну? Да, ну, вот я не люблю, когда она слабая. Не все, дай собачку. Вот мы же делаем фотку на вас. Да. А, и видео есть, видео снимаем, да. Пожалуйста, смотрите, может быть, наверху понравится что-нибудь. Есть там короткие. Ну почему мы знаем? Мужские куртки есть хорошие. Уже. Это по $50. С капюшоном есть, без капюшона. Вот мужские? Нет. О, нет. Есть разные. Это личные, мужская. Черные. Вот это вот он снимает. Повешенные дети. Они плохо учились в школе. А почему у вас вот такие жилетки? Жилетки? Угу. Не, я просто спросила цену. Не интересует? Ну, за 45 мы ее рядом с домом купим. А за сколько купим. Ваша цена? Может быть, ну, продать? Вот я даже посмотрела вот такой вот жилет. Еще вот это, идемте сюда. Еще здесь есть. А мы же смотрели, как вот это есть. Да, вот здесь мы ее смотрели. Где что? Специально для тебя открыли. Магазин открыли специально для тебя. Без начеса. Девочка с начесом, мальчик без начеса. Горячий парень. Ну да. Если брать, надо с начесиком брать. Горячий финский парень. А 35 ходите, самая крайняя цена. Это вообще стоит 59 евро. Посмотри, пожалуйста. Мадам. Не знаю, вот она тебе нужна, железка. Я вообще ее не просила. Окей, тогда. Да. Тогда, вот окей. Так вот. А, ты шорт, одежда, да? Вдруг мужские вариант тебе. Ну, спасибо. У нас в продаже мужские вот эти. Да, вот, есть. Ходите? Есть, спасибо. Есть? Да. И... Мам, вот тоже эти футболки, как ты брала по 3 лир.
Штаны-то и я легко сношу. Куртку-то он, да, будет носить. Ну, давай, брать. Хорошо. Уже? Да-да. Да. Подождите? Да. Сейчас. Ох, да. Сколько такие? 12. Ай? 12. 12, ага. Вон там костюм. Какие? Там. Какая? А, вот сейчас покажет, жена покажет. А Дашу где потеряли? Здесь. Вот этот костюм есть на меня размер? Да. Дай куртку померить. Это серая есть. А? Серая тоже есть, серая. Нет, вот именно вот такой расцветки. Посмотрим. Ну, я с сигаретой, дай на меня померю. А ты не есть? Не хочу идти, если честно. Дай померить, я здесь померю. Да, близко от тебя, да. Можно здесь померю? Черное лучше. Да. Ну, куртку, она ему нормально будет, а штаны-то я могу отмести. А, штаны вообще хорошо будут. Да, вот не, давай черный все-таки. Вот черный, штаны. Да не, я мерить их не буду. Я пойду будем. А, там остался. Да, да, черные. Черные шорты. О, смотри, какая футболка прикольная. Может, ты такую футболку посмотришь? Надо для платы. Платы на ней. Не хочет. Шакира, пожалуйста. Даша. Даша, я Макс. Даша from Russia. Я Низ, а ты аккуратно? Она. Мы хотим костюм, я в шок. Она, да, умеет. Низ очень тихо, да? Когда ты не подожди, люди будут тебя просить, ты в шок. Да вам тоже надо костюм? Нет. Что-то. Стирайте на светле, можно без проблем. Цвет не поменять. Кажется, ручки не надо, но машину можно. Просто налево костюм. Хорошо. Два шорта тоже немножко подешевле. Девушка, ты меня верю, не знаю. Я всем верю. А уж после компари, так я вообще костюм, все... Такой костюм, это равно 113. Мы там с была... ним разговаривали, вот почем ты костюм идешь? Была цена 113 была, стартовая. Нет. Нет, я тебе уступаю. Это была 17, сейчас 12, за 10 отдаю тебе. Обычно. Он мне костюм сказал за 30. Продавец, мы подходили, он сказал за 30. Я за 30 готова его купить. Давай 40. Нет. Давай, да. Нет, за 30, да. Давай, да. Мы вот спроси, где второй мужчина? Ладно. Вот мы с ним разговаривали. Давай, ладно. За 30 мы готовы. Дороже не-не-не. Можно картой. А, можно картой? Да. О, отлично. 30. Ни хрена. Ну, такой же мы не готовы. Либо 30, либо мы уходим. Кошелек или жизнь? Надо чаю зеленого Вась, взять. Вась, смотри, там военные идут. Где? Вот, на другой стороне в лице. Это жандармы, полицейские. Жандармы? Да, вон они приехали, вон жандармы. Поедем. Ищут, кто тут приехал на белом Hyundai. На белом коне приехали. Нет. Были они где-то здесь? Такие. Возможно, это они сухари сушат.